Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Александр Михаленко, и мне кажется, что на моем канале уже давно не выходило экстремальное видео, поэтому сегодня мы с вами изменим эту ситуацию. Я нахожусь на вершине горы Алчак. Сейчас вам покажу, какая здесь красота открывается с этой стороны, в сторону Меганома, друзья. Я даже не знал, что так круто. Сейчас покажу вам. Дойдем до этого опасного места, чтобы вы поняли, насколько здесь круто, красиво и опасно. Ни в коем случае не повторяйте этого. Фу. Ну что, смотрим. Посмотрите, здесь обрыв метров 200, наверное. Резкий приток. Сейчас отойдем немного, камеру переключу, чтобы показать вам, как все открывается. Посмотрите, какой крутой вид, друзья. Море. А, давайте пройдемся в сторону судака и посмотрим, какой вид оттуда открывается. Сейчас дойдем до этого места. Кстати, что я заметил, пока поднимался на гору, заметил очень много ящериц. Змей, слава богу, не было, но ящериц было просто дофига. Каждый метров 5, наверное, новая ящерица была. Благо не было змей. Так, друзья, мы поднялся по опасному маршруту. Я надеюсь, ветер не сдует меня туда, вниз. Смотрите. Сейчас покажу вам судак, судакскую бухту. Возможно, вы даже увидите отсюда новый след через этот объектив. Погнали. Вон, друзья, та гора вдали, которая — это Меганом. Прям резкие такие обрывы, ходить опасновато. Главное не поскользнуться. Вон, друзья, судачок. Сейчас мы дойдем до вершины туда. Покажу вам. О, еще мелочь в кармане трещит. Друзья, у меня уже голова начинает кружиться. Сейчас будет самая опасная дорожка, поэтому нужно идти аккуратно. Смотрите, как море. Волны небольшие сегодня. Цвет у моря синий. Круто, в общем. Мы двигаемся дальше. Блин, друзья, здесь даже мне уже страшно. Смотрите, здесь что-то есть. Что это такое? Ориент ВТС. Я не знаю, что это означает. Просто смотрите, скала, обрыв. Вон, друзья, судак, набережная судака. Сейчас мы дойдем, покажу вам ее получше.
Воу. Штаны еще сползают. Это нам не нужно. Идемте дальше. Конечно, красота отсюда просто невероятно открывается. Смотрите на этот вид. Жаль, что камера не передаст всего этого, но действительно очень красиво. Идемте дальше. Так, я не знаю, сможем ли мы здесь пройти. У-ху-ху-ху. Был прыжочек небольшой над высотой. Споднимемся на эту гору. Смотри, там трещины какие-то. Сейчас посмотрим, что там в трещинах. Воу. Здесь ветер сильный. Так, друзья, здесь камни маленькие, скользкая будет поверхность. Поэтому немного отойдем в сторону. Посмотрите, видно, у меня вот трещины по всему очаку идут на краю. И скоро, мне кажется, это все отвалится. Вся эта скала упадет в море. И очаг уже будет иметь совсем другой вид. Здесь в то время, когда он будет падать, людей внизу не будет. Сейчас, друзья, пойдем поближе, покажу вам, как это выглядит. Вот трещина идет, смотрите, скала откололась. Интересно, глубокая она или нет? Воу, она идет до самого моря, мне кажется, эти трещины, посмотрите. Мы пройдемся по всему месту, посмотрим. И это очаг, друзья. Внизу лучше не ходите, потому что когда-нибудь она все же отвалится и упадет в море. Посмотрите. Пусть... Блин, а если туда упасть, то уже точно не вылезешь никогда. Смотрите, она идет прям к морю туда. Давайте камешек туда кинем. Блин, на горе и камней нету. Блин, камешки падают, падают, и дна не чувствуется. Сейчас большой возьмем. Интересно же узнать, что там. Эй, давайте монетку лучше кинем. Она звенеть будет. Так, 5 рублей бросаем. Мы еще вернемся. И? Все, заглохло. Застряло где-то. Так, друзья, сейчас мы будем... Здесь переходить, здесь страшно. Смотрите, какие здесь трещины. Блин, я не знал об этом. Что очаг наверху так весь расколон в трещинах. Если вы знали об этом, напишите, пожалуйста. Воу. Смотрите. Чтобы мы туда не упали. И она ведет фиг знает куда. Этот раскол. Ой-ой-ой. Вот трещинка. Да, и, друзья, ведет она вот до... Ой, птица туда только что залетела. И ведет она вон туда. Давайте поднимемся на этот самый верх. Блин, переступать даже страшно. Это трещина, чтобы туда не упасть. Ой, фак. Смотрите. Сейчас будем прыгать туда. Блин. Так, стойте. Смотри, какая там высота. Друзья, ну это видео однозначно заслужило вашего лайка.
Потому что здесь буду прыгать, мне страшно. Ура! Посмотрите, где мы. Кстати, надеюсь, этот кусок не отвалится вместе со мной в море. Сейчас будет ветер немного задувать, потерпите. Друзья, посмотрите, где я. Этот кусок я отвалится, потому что вокруг него трещины образовались. Сейчас смотримся вот на эту горку, она побольше. От ветра уйдем немного. Блин, я никогда не знал, что здесь вот так Колчак пронизан такими трещинами гигантскими. Вот одна. Честно говоря, приступать их аж голова кружится немного. Блин, а как нам попасть на вот эту скалу? Конечно, ручки поправим. Все, друзья, идем дальше. Блин, честно говоря, ноги устали уже. Походить по неровной поверхности. Не знаю, как мы будем туда прыгать. Дойдем, возможно, до конца. Сколько там минут еще осталось? Еще 8 минут, мы успеваем. Окно в сторону моря в скале выдавлено. Природа. Ага, друзья, мы здесь не сможем перепрыгнуть. О-о-о, я в шоке, посмотрите. Какая там глубина огромная. Так, ну мы все же дойдем, я думаю. До места, где сможем это переступить. Или перепрыгнуть хотя бы. Или просто перейти. Да, друзья, вот здесь можно спокойно перейти. Сейчас поднимем. Ага, неспокойно. Здесь тоже вот эта трещина есть. Вот сейчас с этой стороны, кто знает, чертов мостик находится под Колчаком. Мы сейчас прямо над ним, получается. Еще выше хотим подняться, чтобы посмотреть всю красоту. Давайте ускорим это. Подъемчик. Друзья, лайк за ускоренный подъем. У-ху! Посмотрите, где мы. Это вершина мира. Хотя Колчак не самая большая гора, но вид с нее нереально красивый. Как бы сейчас показываю, вот набережная Судака, вот Судак. Вот такой отсюда вид открывается. Ой, друзья, запыхался нереально. Сейчас подойдем еще на краю обрыва, чтобы смотрелось круто. Здесь ветер не дует меня в ту сторону. Друзья, это круто. Нереально. Сейчас идем от ветра. Присядем. Все, друзья, я думаю, видео будем завершать. Кто досмотрел до этого момента, прошу поддержать видео вашим большим пальцем вверх, потому что оно было действительно экстремальное. Всем известные места, гора Колчак. Ну все, подписывайтесь на группу еще Подсушенный Судак. Там новости, фоточки Судака самые первые в этой группе публикуются. Все, друзья, с вами был Александр Михаленко. Пока. Скоро, кстати, купил уже микрофон, петличку, не будет этого ветра, поэтому не пропускайте мои ролики, контент будет улучшаться. Всем пока!